Еще раз, друзья, приветствую вас на шоу-матче, организован который совместно группой ВКонтакте NBA 2K. Спасибо им за анонсы, которые они сделали. Сейчас я по-быстрому их добавлю. Так вот. Все, погнали, друзья, пора начинать. У нас матч века. Алекс Шкодин-то крут. Посмотрите, у него 47 побед, 11 поражений. Очень крут, реально. У меня процент похуже. У меня примерно 30% поражений идет. У него гораздо выше показатель. Лучше, скажем так. Итак, какие изменения я хотел бы сразу же привнести в игру? Давайте я вам перед вами раскрою карты, что я планирую на эту игру. Ну, команда Miami Heat – это на сегодняшний день лучшая команда в современном баскетболе. У нее самый высокий рейтинг. Я, кстати, не буду перед ним раскрывать карты, что я буду тут настраивать. Я это сделаю чуть позже, я покажу вам. Так вот. У Miami Heat самый высокий процент побед онлайн. На сегодняшний день этот показатель просто зашкаливает. Там что-то 70 с лишним процентов эта команда побеждает. Представляете? Вот. Я ни разу не играл за Chicago Bulls старого образца. Попробуем сегодня впервые сделать это. Напишите, пожалуйста, как слышно. Как вообще, может быть, нужно немножко громче игру сделать и так далее. В чатике. Опа. Мне главное все спокойно делать. Ух ты! Да что ж за мазил, а? Поехали. Главное не пропускать трехочковых. Отлично, мяч от него ушел. Чатик мне будет сейчас тяжело читать, поэтому не обессудьте. Отлично, Кер. Два очка. Так вот, у нас матч начался немножко внезапно. Александр торопится. Я хотел немножко по тактике поговорить с вами. Моя задача как можно меньше пропускать сегодня. Это самое главное. Мне нужно сфокусироваться просто на защите. Это самое важное, что я должен сделать сегодня. Отлично. Дело все в том, что Bulls немножко слабже, чем Miami Heat, на мой взгляд, в нападении. Но немножко обыгрывают их в защите, если можно так сказать. Что ж ты за... Оставили одного. И мне нужно обязательно использовать это преимущество. И стараться как можно меньше пропускать в первую очередь, а уже потом все остальное. Я еще не привык пока к таймингам. Отлично. Майкл, давай, давай. Ах. Так. Напишите еще раз прямо сейчас по уровню звука. Now here's Bosch.
Отлично! Отлично, отлично, отлично. Не надо давать им кидать все, что они захотят. Еще бы он забил, блин, через мой блок. Так, я хочу тайм-аут взять. Пора уже делать некоторые изменения. Комментаторов отключить игру, нормально все идет. По уровню звука все-таки еще добавить нужно, да? Звук игры, я правильно понимаю? И вот сейчас идет ключевые изменения. Итак, offensive, играть через Джордана, правильно. Защита. У меня идет ограничить броски с периметра. Все-таки снайперов в команде Майами больше, и очень опасно напороться на хороший трехочковый. А здесь нужно играть прессинг. Конечно же, прессинг, друзья. Play physical. Все, нужные изменения сделаны. Сейчас я сделаю громче игру. Я не знаю, почему уровень звука у меня страдает сегодня. Потом мы это отрегулируем. Это не последний шоу-матч. Еще нужно добавлять. Посмотрите, пожалуйста. Вот он, пожалуйста. Первый бросок Майкла. Пожалуйста вам. Его величество, воздушество. Ох ты, блок от Майкла Джордана. Отлично. Джордан, давай. Отлично. Ну, пока идет нормально все. Пока мы делаем все правильно. Самое главное — защите отработать. В защите. И не дать Леброну жлютовать. Давай, давай. Ах. Так, сейчас я еще добавлю звук игры, когда у нас возникнет пауза. Кер, молодец. Отлично. Едем дальше. Но я играю сейфово. Я никуда не тороплюсь. А вот и Джордан. Ой, Лебрончик трешечку. Это очень плохо. Это нельзя позволять делать. Если у него пойдет игра, то туши свет называется. Джордан, ты что? Ох, хороший блок-то отвесили, парни. Так, не дайте Леброну там лютовать. Пипан! Пипан, давай! Да что ж ты, Пипан, за дырявый-то такой? Блин, и мне почему-то не засчитали ему фол в нападении, а был. Фол в нападении был, однозначно. Да! Так, сейчас подождите, я попробую. Ну, по-моему, тут нельзя показать вам. Повтор, блин. Жалко. Ну, видели, какой навес был? Жалко, что нельзя даже в кастомных матчах показывать повторы. Это очень плохо. Так, ставим нашего Лонгли. Так, у нас вроде бы все хорошо. Здесь у меня все правильно. Так, сейчас добавлю звука, друзья. Я понимаю, что там какие-то есть технические неполадки, а лучше я попробую вот так вот сделать. Немножко звук перегрузить. Не помогает почему-то. Не громко сейчас, напишите, пожалуйста. Напоминаю, что качество можно выбирать, уровень качества. Надо нажать в правом нижнем углу на шестеренку, и вы можете выбрать между оригинальным качеством, это лучшее, что возможно, и 720p. Не забывайте об этом, пожалуйста. Качество можно выбрать. У меня почему-то не работает 720p. Хоть ты тресни.
The Heat trail by six. Anderson, a screen on Curry. The dish to Allen. Here's Oden. And so he earns Ух ты, Оден. К сожалению, не работает в качестве 720p. Не знаю почему. Надо включать обязательно оригинал, друзья. And it's so important to have that kind of player, Steve. I mean, very few teams can boast a man with his prowess. Напишите в чатике, чтобы выбирали качество пока что. А с таким качеством не будет работать. Отлично, и трешечку ему. Ну, потеряй уже мяч, давай. О, Эллина нельзя оставлять одного. Вы смотрите, он через Джордана, по-моему, кинул. Если я не ошибаюсь. Ух ты, Пиппен ему отвесил. На плеуху. Кстати, комментирует как раз Стив Кер, если вы слышите. Среди комментаторов англоязычных. Именно он. Ух ты, хорошо. Вот так вот, Пиппен. Ну, конечно же, это больше заслуга паса, нежели броска сверху в данном случае. Бизли? Ух ты, Бизли, хорош. Ну что, на Джордана теперь, конечно. И Джордан, пожалуйста, последний бросок в этой четверти. По крайней мере, я надеюсь на то, что он последний. Отлично, я еще смогу атаковать один раз. Пока что все хорошо. Да, отобрали почему-то у Джордана. Фу, всем привет, привет, друзья. К сожалению, из-за того, что идет какой-то глюк, у меня трансляция не работает. Сейчас я ее перезапущу. Так, не могу понять с этим кибергеймом дурацким. Так, сейчас трансляция будет перезапущена, никуда не уходите. Все, отлично, трансляция восстановлена, поехали дальше. Итак, у меня вроде бы все хорошо. Но обязательно, конечно, будет в следующий раз проверить, насколько устали те или иные игроки. Я думаю, что пора, наверное, маленько замены произвести. Давайте попробуем все-таки Кукоча поставить на розыгрыш. Хотя Кер пока что вполне жив. Пожалуйста. Червяк молодец. Червяк умеет делать дела. Напишите, заработало ли качество 720p. Пожалуйста. Вообще, стрим нормально работает по умолчанию. Буду вам признателен за подобные комментарии. Работает ли стрим? Напишите. Все ли хорошо?
But you know what's going to happen, and they sent a message right there. Nothing easy inside. Now here's Jordan. Passes it to Kukoc. Ooh, это моя ошибка. Безусловно. Ух ты, как он умудрился его оставить при себе-то? Ну ничего, он плохо спасовал. Напишите, есть ли стрим, друзья, в чатике. Не вижу сообщения от вас. Кто-нибудь напишите, все ли хорошо. It's going to be on Shane Battier. Tell you what, you got to love his aggressiveness finishing inside like that. Well, his leaping ability, Clark, gives him a great advantage. And that's why they look to get him the ball around the rim. I mean, it feels like it's... Ооо, трешечку-то плохо получить. Chicago leading by nine. Outside, Kukoc. Родман, молодец. Шо? Как все идет по плану моему? Мой оппонент пока не может. Yeah, he's seen enough of this interior scoring that his defense is giving up. So the message during this timeout is to lock things up inside. You know, sometimes a group can just get spaced out on. Так, ну что же тут можно сделать? В принципе, пока все хорошо. Даже Кер не выдохся. Да, пока, друзья, почему-то работает только на оригинале. Я не знаю, я потом поднастрою обязательно. James gets the screen from Bosch. James kicks to Wade. На тебе шляпу. They recover. Battier, the pass to LeBron. Ну, LeBron, такой бы не ты. Jordan with the rebound. Some rugged defense there against one of the stronger finish game. Kirk kicks to Jordan. Offside Pippen. Мне не нравится то, что сейчас происходит на площадке. Ну, не получилось у меня разыграть. Ух ты! Прозевал. После этой игры обязательно будет перезапуск. Не знаю, что-то не хочет никак работать. Как надо все. Поехали дальше. Longley comes in for Wennington, and it's Kukoc in for Scottie Pippen. Chicago leading by nine. Jordan with it. Oden picks him up. Кер, где вообще стоит? Непонятно, конечно. Зачем там стоял? Pass to Longley. And he was fouled on the way up. Two free throws. Ну как же ты кидаешь штрафные, это, дружище? Напоминаю, что у нас еще идет альтернативный стрим от второго. Ух ты, игрока! Вы можете также увидеть в списке трансляций на Gamers TV. Ну что ж ты, Джордан, то так подвел ты меня, а? Отлично.
point. Here's Jordan now. And it's Miami with the rebound. LeBron dishes to Wade. На тебе блок от Джордана. Блин, куда он пас отдает? Я ничего не понимаю. Другой же игрок был ближе. Опять через директ пас придется отдавать все пасы. Jordan with it. Wade picks him up. Left side, Jordan. Kukoc from outside. Пожалуйста, трешечку от Кукоча. Kukoc just got the lead of 12 now for Chicago. Oh, he's gonna keep banging in those home if you give him that much space. Так, Кир. Все нормально. Джордан, я думаю, что Джордана можно ненадолго. Хотя сколько там осталось времени? Не, не буду Джордана менять. Осталось немного. Все равно к началу третьей четверти он будет как огурчик. Ну и что? Попадешь, думаешь ты им? Это очень рисково с его стороны. Нет, он попадает, смотрите, птицей. У него птицы нормальный процент попадания по жизни, что ли. Оба забил. Creating opportunities at the free throw line. Well, you know, if other things aren't working for you, Steve, getting to the foul line can be a good place to start to turn it around. For three, Kerr. Nice deep. Ну, ну, ну. Спокуха. Блин, он меня догоняет. Мне надо спокойнее играть. Well, Allen is the all-time leader in three-pointers made past Reggie Miller a couple years ago, so obviously you have to worry about him out there, but what makes Allen so good is that he can also put the ball on the floor, get into the paint and score at that mid-range area as well. And he really has a fondness for those corners. Джордан создал себе пространство для броска и сделал то, что от него требуется. Вот это был провал. Feeds it to Kukoc. Back to Jordan. One second left. Блин, как же так, Джордан? На тебя вся надежда была. Помогите, пожалуйста, видюха не грузится. Напишите, пишите, друзья, тем, у кого не получается, чтобы что им нужно сделать, чтобы стрим грузился. Все-таки! Эх, Джордан! Как же ты такой бросок промазал, а? Леброн тоже промазал, но на нем хотя бы сфалили. Оба. Возможно, у нас будет валидольная концовка, друзья. Посмотрим. А вот Кукоч, пожалуйста, он знает свое дело. Надо Пипена срочно ставить. Пипен. Ууу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 у
Джордан, пожалуйста, еще и со штрафным. Scottie Pippen's checked in for the Bulls. Bulls didn't assist the attempt at the free throw line tonight. Отлично. The Heat trailed by 11. Wade gets to Chalmers. Back to Wade. He dishes it to Buck. Ух ты, как он подобрал! Да ж, блин, нереально было через двух моих. О, бож. Хороший бросок. Реально. А вот вам Джордан. Ответ. Наш ответ Чемберлену. Ладно, все нормально пока. Здесь тоже хорошо все. Ух ты, вот это очень плохо. Как же его, ну, оставили-то там. Несправедливо. Нормально. Все по плану. Мне главное отрабатывать двушки, потому что у меня по проценту трехочковых однозначно хуже ситуация, чем... Ну вот видите, все сами видели. Даже Бош закидывает мне сегодня трехи. Ну, Джордан молодец. Обратите внимание, через Лонгли и Червяка забил. Ну, я не знаю. Зря это я сделал. Ну что с подбором-то не везет последнее время, а? Пора тайм-аут брать. Так, у меня сколько там осталось? Как раз. Нормально. А, мне кажется, мне нужно вот здесь вот все-таки немножко поменять. Get shooter open. У меня очень плохо игроки выстраиваются в линию, чтобы кидать с периметра. И все-таки есть у меня Стив Кер и другие парни, которые умеют кидать трехочковые, но они постоянно не там стоят. Хорошо. Нет. Блин. Вы видите, что происходит? Он чисто за счет трешек меня уже начинает догонять. Этого я боялся на самом деле. Это очень плохо. Где Пиппен стоит, вообще непонятно. Родман, ты что? Нет! Это уже жареным пахнет. Вот
Так, срочно меняем на лонгли. Так, здесь все нормально. Поехали. So Chicago going with an almost entirely new group. Pippen, the pass to Rodman. That's good. Молодец, Родман. Даже птица не смог подставиться. Wade kicks to Beasley. Beasley? Ну, заблокируйте этого парня. Ах. Оставили на трешке опять. Джордан, давай, вся надежда на тебя. Я же, блин, говорю, нельзя оставлять их на периметре. Все настройки для этого сделал, но, к сожалению, пока. Давай, Джордану. Блин, хотел красиво сыграть. Не удалось. Here's Cole, defended by Kerr. Отлично. Отлично. То, что нужно. Крис Андерсон. Отлично. Ну, все, на этом четверть заканчивается. Так, замены я делать не буду. Мне главное сейчас все внимание сфокусировать на трехочковой линии. Потому что по-другому он вряд ли выиграет меня. Только если опять попрут трехочковые. Если уж Крис Бош тут отвешивает мне оплеухи в виде трешек. Я елки-палки, ну а теперь Батье. Да, в современном баскетболе трешки играют очень большое значение. Тут нельзя недооценивать этот компонент игры. Джордан! Джордан! Ух ты, вы видели, что произошло? Отлично, я подставился. Фу, мяч хотя бы сохранил. Отлично. Сейчас поди еще... Нет, штрафных еще рано пробивать. Видимо, следующий будет. Ух ты, Пиппен, пожалуйста. Три. Открылся, кинул, попал. Ой, нет. Опять три очка. Молодец, Керр. Обманул, кинул, попал. Всех перехитрил.
подлец маленький, рыжий. Не попадешь ведь! Фалите на нем. Так, все нормально, все распределились по периметру. Главное с периметра не давать кидать. Пускай кидают хотя бы двушки. Нормально. Так, Лонгли меняем на Уиннингтона. Так, Кера мы меняем срочно просто на Кукоча. Вон, Кер подустал уже. Джордан! Отлично, Пиппен. Пиппен не подвел. Нет! Это хорошо, очень даже. Отлично, ну хотя бы не забил. И хотя бы не три, это уже плюс. Отлично, и один промазал. Так, надо срочно Уиннингтона обратно на Лонгли поменять. И в следующий раз возьмем тайм-аут. Так, мне это не нравится. Так, надо посмотреть, как у меня подвыдохлись, кстати. Может быть, Джордана чуть-чуть буквально поменять. Давайте попробуем поставить вместо него. А вместо него мы Кукоча, кстати, и поставим. Давайте Пиппена оставляем, Лонга оставляем. Ну хотя, кто сейчас атаковать-то будет, если не Джордан? Я не знаю. Не, мне кажется, все-таки придется оставить так, как есть. А Джордан, надо собраться все-таки с мыслями. Отлично. То, что нужно. Вот это очень плохо. Я тайминги не знаю, Чикаго Буллс. Первый раз играю этой командой, поэтому мне тяжело кидать трешки и штрафные. Ух ты, Вейд! Это было с его стороны очень хорошо. Ну, Джордан, как же ты так-то? Ну, червяк, ты что подвел-то меня? Он уже нервничает. Вот такие броски, это значит, он уже нервничает. А мне нужно просто тянуть время. Пожалуйста. Фу. Кажется, все идет как надо. У него последний тайм-аут, кстати говоря. Так, Родман, Джордан, окей. А мне главное не дать кидать трешки. Главное трешки не дать кидать.
Отлично. Нет, не очень. 4 очка, 1 минута. Все возможно. Я же говорил, валидольная концовка будет. Ух ты, черт! Что же я наделал-то, а? Неправильно Джордан отскочил! Неправильно отскочил! Так, тянем резину. Так. А, отлично. Отлично, отлично. Ух ты! 3 очка. Пожалуйста, получите и распишитесь. Скотти Пиппен. Забыли под кольцом, что называется. Забыли, что он есть на площадке. У нас такая же ситуация там, правда. Ну и все, начались фолы. Скорее всего, все именно так и продолжится теперь. Вот это было очень опасно. Мяч мог от меня уйти вполне. Давай, Пиппен, не подведи. У него, в принципе, еще... Ну, почти все потеряно, потому что все-таки не 6 очков, а 7 очков разница. И мне нужно лишь хорошо отзащищаться сейчас. Я не буду даже тянуть резину. Ему только трешки кидать, все. Ух ты, Джордан, ты что? Вот так вот, the end. Сейчас, друзья, будет перезапуск трансляции. Попробуем решить проблему. Надеюсь, вам понравилась трансляция. Ну, я думаю, что Александр просто не совладал с нервишками, на мой взгляд. Немножко было суеты в его игре много. В остальном все было хорошо. Вот он, Джордан. А, красавец просто. Ну как тут еще не порадоваться за этого? О, вот он бросок. Смотрите, красавец. Красавец, да. Это вам лучшие моменты лучшего игрока всех времен. Вот он, пожалуйста, еще и шляпу поставил. Но просто в ударе сегодня был мистер MJ. И это не может не радовать. Конечно. Красота. И еще одна красота. А это фирменный был бросок. Take fly, пожалуйста. Ох, приятно играть такие игры, конечно. Опа, прости, Каптоха. Так, ну что, надо переключаться, друзья. Те, кто смотрит игру на Ютубе, посмотрел, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ну и присоединяйтесь, выше вы видите Gamers TV и к нашим замечательным группам ВКонтакте, чтобы быть в курсе прямых трансляций подобных.